Российской Евроакадемии. Будет участвовать 6 команд. Команда обладает администрации, команда организатора фестиваля, команда МЦИП, команда Ультрас, команда ПСЖ, это Полтавский спортивный журналист, и непосредственно клуба Волска. То есть не команды Волска, а работников клуба. Там два дня. В субботу пройдут соревнования в группах, будет сыгран каждый по две игры, и дальше победители групп на следующий день разыграют между собой первое место и вторые места групп, третье, четвертое. Приходите, посмотрите на аматорский футбол. Можно выгласить, победа закрыта.